Во-первых, ты очень популярный игрок. Да? Как болельщики около меня стоят. Спасибо, болельщики, спасибо, спасибо. Слушай, ну фантастический матч, фантастический путь, кубку Соплаков, все-таки не все так было гладко, где-то на тоненького проходило, но сумасшедший драматичный финал, что скажешь? Классная игра была, как я сказал в комментарии, когда меня спрашивали перед финалом. Я сказал, что будет огромный накал, страсти будут нереальные просто. Так, в принципе, и случилось. Вы сами видели, много удалений было, много ловили шайб на себя. Вратари где-то тоже выручали в каких-то моментах. То есть были огромные страсти, было круто вообще. Атмосфера нереальная просто была. Болельщики поддерживали как и нас, так и Жлобин. Очень классный матч был. Мы выстояли где-то в каких-то моментах, особенно 5-3, когда играли. И все сложилось как надо. Мы вовремя забили, наказали соперника, когда они удалились. Ну, слушай, невероятное начало сезона, по сути. Кубок Цыплаков, много эмоций. Все-таки согласись, наверное, такая атмосфера, ну, отличная, фантастическая атмосфера. Ожидал ли ты, что будет аншлаг? Если честно, не ожидал, что прям вот такая будет атмосфера шикарная. Мне очень понравилось, прям меня очень вдохновило это. Я очень благодарен всем болельщикам, которые приходили, нас поддерживали. Они реально были, как я уже говорил, как шестой игрок. Было вообще фантастически нереально круто. Спасибо всем еще раз. А согласен ли ты с тем, что вот это объединение, сотрудничество, точнее, Шахтера и Пинский Пятницы, согласись, вот если бы остался бы, как знаешь, Шахтер 2, то есть не было бы возможности приехать сюда, познакомиться, наверное, с болельщиками. Хотя много раньше говорили о том, что Пинский хорошо поддерживает, но ты сейчас сам почувствовал вот это все на себе. Это нереально круто, честно вам скажу. Нереально круто. Я ценю это, то, что как бы болельщики приходят, поддерживают. И это хорошо, что все-таки совместили два клуба. Оно, сами видите, пошло на пользу. То есть нереально круто. Результат виден налицо. Ну а было ли перед стартом турнира уверенно, что получится дойти до финала и выиграть? Мы верили в победу. Мы шли шаг за шагом, слушали установку тренера и добились этого успеха. Но нравится тебе вот этот коннект между Винскими Ястребами и Шахтером? Да, конечно. Все отлично. За нами следят там. То есть в любой момент могут туда вызвать. Мы готовы. То есть, вот.